Раз, два, три, четыре, пять, всем здрасте. С вами Сварок. И сегодня у нас в обзоре Torchlight Infinity. Новая игра, которая проходила несколько ZBT-шек, в которой одной из них я участвовал. Сегодня у нее начался ОБТ с последующим релизом. И я сразу могу сказать, что олды, наше время пришло. Все, кто играл в Diablo, в Sacred, например, Пой, пожалуйста, качайте, играйте, наслаждайтесь. Из минусов. Игра плюс-минус коридорная, локации не открытый мир, а закрытая часть какой-то карты. Периодически они меняются, но бегать, фармить шмот, качать героя, качать обилочки, почему нет. На ваших экранах Мота, он же Сумонер, он же Гном-призыватель. В принципе, один из легчайших геймплеев. Напризывал себе синтетиков и бегаешь, смотришь, как они убивают. Как видите, криты летят плюс-минус жирные. И проблем нету. Некоторые играют через двух синтетиков и двух танков-стрелков, которые а-ля дальний бой призывателя. Но я посчитал, что мне лучше взять двух ближников, две их обилки, и качать их дальше, потому что на синтетика танка нужны отдельные таланты, которые требуют очки талантов. И поэтому качать их все-таки будет посложнее. Сейчас мы убиваем одного из боссов. В принципе, как видите, ничего сложного, но хотя играя за магичку, я чуть-чуть помучился. Из плюсов игры есть, точнее, будут копчики, когда можно будет играть с кем-то, проходить игру парами, тройками и так далее. Но это было анонсировано еще в ZBT, но пока что этого не видел. Также ты видишь других героев только в городе, а на локации с мобами их уже нету, и ты бегаешь там один, соло, тебе никто не мешает, никто ничто не влияет. Просто бегаешь, фармишь, качаешься. То есть вся твоя игра зависит только от тебя. Сейчас мы видим средний урон моих крипов, который проверяется в городе на тренажере. В принципе, 225-260 плюс-минус тысяч урона вылетает с товарищей за 5 секунд, поэтому у меня нет проблем совсем с этим. У той же моей магички на плюс-минус таком же уровне уроний был 180 тысяч. Но это все, опять-таки, сугубо личного каждая. Магичка была более тестова, а уже мото у меня шел под неким знанием о том, что может быть. Сразу могу сказать, качайте сопротивление шмотом, поднимайте сопры к огню, холоду, ко всему, потому что если вы это не будете делать, то очень быстро ляжете от любого случайного снаряда. Ну и также вот давайте сейчас посмотрим на тесте, как это все дело бегается против простых крипов, не против босса, ну и заодно посмотрим на моего мота, что он умеет и как он прокачан. Самое главное, это опять-таки шмот на силу крипов. Характеристики героя, пожалуйста, вот те самые таланты командира. То есть все на сумон, никаких вам там ближних дальних боев, только сумон, только хардкор. Вот по заклинаниям. Три ауры у нас открыто. Навтыкано всего и побольше. Как видите, заклинание. Как видите, по заклинаниям раскачано только то, что позволяет моим мехам давать больше урона. Ну и по шмоту, в принципе, тоже ничего такого особенного нету. К сожалению, не особо мне фартило с вещами. Максимально все на сумонов идет. То есть плюс сопра какая-то к стихиям, ну и так все на сумон.
к сопротивлению миньонов, к их урону, к урону миньонам, к их жизни, к скорости атаки. То есть максимально все на миньонов. Плюс также у нас будет талант у командира, что за правую шмотку в руке мы получаем миньонам плюс урон. Поэтому если найдем хороший молоточек, то берем его в руки. А так вот две палочки на призыв. Ну и пожалуйста, вот мои характеристики. Ну такое средненькое все. Все средненькое, ничего такого интересного нет. Но опять-таки все это мне спокойно позволяет играть и не париться. Поэтому чем дальше, тем веселее. Игра уже доступна на всех платформах. Steam, Google, App Store. Поэтому давайте залетайте быстрее. Чем быстрее мы начнем играть, тем быстрее мы раскачаемся. Потому что пока мы спим, враг качается. Ну а на этом все. С вами был Сварок. В описании к видео официальный Discord и неофициальная моя группа, где можем что-нибудь пообсуждать. На этом все. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!